Продолжаем выпуск. В Алматы проходят съемки необычного фильма «Приключения дочери Чингисхана». Картина должна стать новым явлением в нашем кинематографе, ведь действие здесь будет разворачиваться в двух временных эпохах. Одна из главных ролей досталась восходящей звезде театра и кино Вахиду Изимову. Режиссером новой ленты стал продюсер и клипмейкер Ильхам Джалилов. В его послужном списке были работы для таких артистов, как Нурлан Абдуллин, Парвиз Назаров, Лидо, группа Рахат Лукум и многих других. Фильм «Приключения дочери Чингисхана» – дебют Ильхама в полнометражном кино. Наш фильм совмещает в себе два жанра. С одной стороны, это историческая часть фильма, второй – это современность. То есть мы как бы совместили с собой все то, что представляет собой современный казахстанский кинематограф. Есть исторические фильмы, есть фильмы о современности. Проект можно назвать семейным, так как продюсером и одной из главных актрис в картине является супруга Джалилова, телеведущая Яна Бабрыка. С супругом я работаю первый раз. Это наш совместный проект. Везде есть свои плюсы, есть свои минусы, но здесь больше плюсов, поэтому я, в общем-то, довольно-таки тоже комфортно себя чувствую. Молодой актер Вахид Изимов – новое лицо в казахстанском кино, а у Ильхама Джалилова он получил одну из ведущих ролей. Вообще, процесс идет очень интересный, потому что мой персонаж, я вам скажу вкратце, он не близок ко мне, но, с одной стороны, мне его делать интересно. Очень много вопросов к моему персонажу. Я бы, наверное, не поступил так, как он поступает в этой жизни. Кстати, немало экранного времени достанется в фильме «Коню». Правда, Тулпар на вопрос о своей роли так ничего и не ответил. Ответьте, пожалуйста. Какой получится новая киноистория, узнаем совсем скоро.